Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня вместе мы с Старсером. Да, ребят, всем привет. Будем играть в паркур-карту. Я решил, просто надо сегодня какое-то другое приветствие сделать. Будем проходить вместе с Террасером. Террасером. Я просто подумал, что Демастер с Демастером проходит карту. Демастер с Демастером. Если бы у меня была твоя голова, то можно было бы и так сказать. Я думаю, это было бы забавно. Да, посмотри, я теперь, знаешь, как меня зовут? Little Kitty. Little Kitty. А, не, не, Little Kelly, во. Я думал, Little Kitty, ну ладно. Так, ты Little... стал... А, у меня все зависло. Да, зря ты открыл этот сундук, потому что я открыл без записи, у меня было своего плана. Жесть, о, отвисло. Отвисло, так, да. Так, а я хочу быть шотган. Будь Зепх Плейза. Right. Возьми Зепх Плейза. Не-не-не, я... У него такая, ну, у него такая классная голова, Тарасер. Головой, вот смотри. Он не подходит к твоему костюму, вот возьми... Что? Чего ты сказал? Зепх Плейса одень. Мастер, иди сюда. Зепх Плейса. Одень Зепх Плейса, он не лучше подойдет. Ну один! Ну один, Тарасер, пожалуйста, ну один. Ну один Зепх Плейса, вот смотри, я в угол положил, чтобы ты его видел, смотри. Ну ладно, давай одену, ну, Давай, давай, одень. И на эффект посмотри, как это выглядит. Ну посмотри, ну ты такой миленький сразу стал, Тарасер. Это обычная панда. Не-не-не, вот в комментариях вот покажи, ну, кто это такое, это Бажан Канадиан, что ли? Все, я, короче, буду нажимать на кнопочки всякие. А что написано? А, сначала нужно в Game Mode 2. Все, я телепортнулся. А ты в Game Mode 2 зашел? Game Mode 2. Так, подожди, difficulty peaceful. Все, чтобы у нас сытость была. Так, спанпоинты здесь ставить надо, наверное, или нет? Не, наверное, я, да. Спанпоинт. Все, поставил спанпоинт. Поинт на всякий случай. Я сейчас первый раз перепрыгнул. Хоп-хоп, скиллуха, скиллуха, бицуха. Что у меня вот не так получается немного. Слэш-килл напишу. Слэш-килл или слэш-тп. У тебя есть несколько команд, которые могут тебе помочь. Я знаю. Я просто хотел слэш-килл проверить. Что-то не знаю, у меня прыжок не получается. Я не знаю, что за фигня. Так, мне нужна вода. Что? Срочно. Зачем? Попить. Попить, все, я попил. Да, боже. Я не знаю, я только проснулся. Я только проснулся и походу... Да я не могу даже прыжок сделать, знаешь, иногда бывает, когда только просыпаешься, серое вещество еще не разогналось, короче. Да-да-да, не разогрелось. Не разогрелось, да. В машину садишься на морозе, и у нее так медленно-медленно тяжело переключается коробка передач, вот рукоятка, все из-за того, не, что этого там я не знаю, масло, нет машины. Масло застывшее, еще такое вязкое, тягучее. Да, ну, в общем-то, я могу сказать только одно по этому поводу. Я... У меня своей машины нет, но права я получил. Это... Да, мы все в курсе. Все абсолютно все в курсе. О, ты тоже упал туда. Да, да, надо просто сделать чекпоинт. Чекпоинт, блин, ёкарный бабай. Вот теперь я здесь застрял. Спаун... Как-то ты изи это место прошел сразу же, а я тут падаю. Это простое место, Тарасер, просто. Да, я еще раз здесь упал. Придется сейчас золотое яблоко есть. А, нет, ну вот там еще после этого сложного прыжка надо было сразу спампоинт посмотреть, что это сложно. Ой, как быстро регенится здоровец. О, так изи здесь можно было перепрыгивать. Почему? Я там просто изи место нашел. Сейчас спампоинт здесь ставлю. Хоп-хоп. Вот. Отлично, вот я прошел дальше. Тарасер прошел дальше. Ааа, да мастер, жди меня. Начинаю потихонечку разогреваться, но при этом чего-то все-таки мне не хватает. А что это тебе может чего-то не хватать? С чего вообще? Ну я не спал всю ночь так-то, ты знаешь. Да, я в курсе, я в курсе. Я вообще планировал, знаешь, такой не ложиться даже спать, а записывать ролики до того, как ты проснешься. Угу. Вот, но потом Никита говорит, нет, иди поспи хотя бы полтора часика. Я говорю, хорошо. Это такой, хорошо, папа Никита. Пойду нет, спать. Он, скорее всего, сын. Ну ладно, ладно. Так, ты знаешь, у меня много сына есть, всякие зоги, донки там. Да, Демастер плодовитый. Плодовитый. Спасибо, Тарасе. Но также еще довольно-таки скоро будет, знаешь, кто? Мяурицо? Мяурицо, да. Ну, не довольно-таки скоро. Я думаю, у меня еще пару интернет-детей появится перед этим. Интернет-детей, это звучит как-то немножечко странно. Почему странно? Нормально. Ну, мне кажется, немножечко странно. Интернет-детей. Как будто бы они в интернете родились. Так, зачем я яблоко? Но есть интернет-персонажи различные. Например, Донг. В реале-то он мне не сын. А-а-а! Да ты чё, ты сейчас только что многим людям просто такое сказал, шокировало. Что он в реале... Я понял, здесь, короче, хочешь покажу прикол? Это рофель. Вафли? Это рофель. Рофель, так, блин, я здесь...
Ты понял, Дарас Арчевичка? Да какого фига? Ты понял? Посмотри на меня. Понял, понял. Блин, я тут не могу одно место. О, я нашел секреточку. Одну вот вроде этой секретки. О, я смог пройти. Там алмаз был, прикинь. Ой, не прыгай, Дарас, аккуратно. Да я пройду сначала обратно. Окей. Да блин, я уже проходил, короче, но я ради сундука спрыгнул вниз, прикинь. Ну ты даю. Там больше ничего нет в сундуке. Ты даю. Дарас, ну пройди вперед, а я бы там умираю. Я прошел. Все, что это такое? Варп тайм. Ух ты, варп тайм. Давай, варп тайм. Давай, ну. Варп тайм. Видишь, я так говорю, потому что у меня такое лицо. Варп тайм. Да блин, твое лицо меня толкает. Лицо у меня не настолько толстое, чтобы толкать всех. О, кстати, этот сундук и с этой стороны можно было открыть. Да? Надо было с этой стороны открывать. Так. Оп! Оп, чекпоинт. Здесь чекпоинт, значит, можно. Да и как ставить. Я не могу каждый раз оп. Начать снова. Кстати, вся наша броня с тобой разгорелась. А, ну хоть головы остались целы. О, ты мастер, твой любимый, двойная прыжка. Да ладно, нет, ты конишь. Реально двойной прыжок здесь надо. А, врезаюсь. Помнишь, как ты это место проходил? Ой. Это нереально. Здесь хотя бы это... Ой. Много меня сдвинул. Кэп. Пец. Прошел! О, красава, красава! Я ой, зачем я туалет сделал? Погоди, это неправильно. Это долети на геймоде, ты это уже прошел, тебе да. Уже это разрешается тогда еще раз. Да, ну ты даже что-то сбортайся на меня, потому что это очень долгая фигня. Ну я сейчас еще сделаю 3 попытки. Если не получится, то тогда ты пэшнусь, потому что такое место я уже проходил. Оп! Ах, не, ну если так развивается, то мы все такие места уже проходили, ты можешь... Да, я знаю. Еще один сундук? Ну, короче, я могу здесь мучиться еще 25 миллионов лет. Да. Ладно, засекай. Не, ну, либо ты можешь съесть мороженое, просто на меня. О, я прошел. Блин, ладно, мороженое не придется есть. Так. Сейчас я здесь попробую. А ты не согласился бы, потому что нужно съесть мороженое. Нет, лучше я буду здесь 25 миллионов лет, чем съем мороженое. О, это рассадка. Все, лезу. О-о-о-о, слаймочки. Уруху, как классно подкидывает. Так, вот здесь, мне кажется, надо... Вот. Так, эх. Эй, девочка. Мадам. Мадам? Мадам, я вам не дам. Так, сейчас я сюда залечу. К чему это вы говорите, молодой человек? А вы знаете, сколько мне лет? Мне даже 12 нет. 12 нет? Да, а что? По голосу как будто бы лет 55. А? Может быть даже чуть больше. Ай-яй-яй-яй, как неприлично с вашей стороны говорить такой маленькой девочке. Маленькой девочке, ничего себе, 55-летняя женщина в самом рассвете сил лет. В самом рассвете сил лет. Давай! Я вот один раз запрыгнул на эту слаймичку, и второй раз что-то как-то не выходит. Дарас, дальше будет сложнее. Я верю. Оп. Я тут... Это та карта, которая с 20 минут проходить? Не-не-не-не, та карта будет у нас следующая. Дарас меня запугал картами, которые мы будем проходить 150 тысяч минут. Да какого так? Мне, короче, нужно срочно приписать килл. А я уже прошел следующий уровень. Молодца, да, мастер. А он был сложнее, чем тут за слаймами, как мне кажется. Ну ты красава, красава. Так, я прохожу дальше. Горю. Такие звуки издает Демастер, просто вот. Это фантастика. Ты прошел уровень со слаймами? Ну, с одним слаймом, да. Теперь здесь другой уровень со слаймами. Здесь еще эти металлические штыри. Да. По ним надо джампать. Да, чертов прыжок, я сейчас застрял на этом дурацком легком прыжке. Так, а я так здесь купаюсь. Знаешь, как приятно в лаве иногда покупаться. О, все, спаунпоинт. Отлично. Лаве, да, конечно, братан. Я понимаю, у меня ванна из ванны дома. Ванна из ванны у тебя? Из лавы. А, я думал, ванна из ванны. Да, ванна из ванны, братан, ванна из ванны. После каждого такого прыжка нужно ставить спаунпоинт, то так, голову дробящего. О, серьезно, что ли? Серьезно, что ли? А здесь можно было, оказывается, по-другому. А, понял. Ты же срезал? Нет. Я думал, что здесь можно срезать, в итоге пришлось проходить как надо. А ты-то главное закричал, ты что срезал, как будто бы если бы я срезал, ты бы просто тпшнулся бы и кильнул бы меня. Так, как ты догадался? Как ты догадался? Просто интуиция, да, мастер. Интуиция. Так, спавнимся. Эй! Че? Ты срезал? Нет. Так, надо тп да мастер и. Или килл да мастер прописать. Так, килл да мастер. Ты разрешил плавить в лаве, я понял.
Я перепрыгнул и сейчас упал. Ладно, придется мне поправить наушники. Да нет, РСР. Это же такой простой. Это же simple паркур. Simple, но не simple. Слово простой. Смотри, я только проснулся, мой скилл минус 75%. Я и то справляюсь с этим. Ты же говорил то, что ты все-таки уже разогрелся, значит все норм. Ну, это вот плюс 20% добавилось. Доплыву или не доплыву? Не доплыл. Я тут по лаве, знаешь, плавал. А ты, кстати, сундук здесь открыл? О, алмазик я... демастер не взял. Я и на другом не открыл сундук, кажется, это уже конец. О, понял. Я уже вижу, кажется, последнюю плиту последнего уровня. Ладно, я помираю в лаве. Ну что ж, шоу must be gone. Блин, я свалился. А, нет, это еще не конец. Мне дали вот эндерперл, теперь я делаю спаунпоинт. Так. Кидаю эндерперл. И я прохожу на следующий уровень, отлично. И демастер уверенно проходит карту. Ну, карту нет, но на следующий уровень. Так, у нас уже с тобой будет больше смертей, чем у этого создателя карты, я так понимаю. Ну, это хорошо. Иногда приходится умирать, чтобы забрать алмазик, поэтому это нечестно. Это честно. Так, ну, у каждого из нас, каждый из нас останется при своем мнении. Нет, я могу остаться и при твоем мнении, если ты захочешь, и если... Да, давай. Ладно, все. У нас будет больше смертей, чем у создателя карты, и это честно. Да. Так, дальше куда? Нет! Так, ты видел меня, нет? Скажи. Нет. Нет? Честно? Нет, не видел. Ну не может быть. Блин, ТРСР, ну я не знаю, на каком ты там уровне ходишь, но тебе нужно поспешить. Ну вот. Да, а как? ТРСР, так я уже там на 30 уровней вперед ушел. А я на 30 уровней назад ушел, так что все честно. О, это алмазик ты залутался. Опаньки. Ха-ха-ха, так, а здесь... Я на... через уровень от тебя, через уровень. Через уровень демастер оказался. О, лол, ха, а ты, кстати, использовал Ender Pearl? Да. А мне, у меня он остался, прикинь. Я могу этот уровень... А, ты его срезал? Не, ну у меня тоже есть такой, но я им не пользуюсь, считаю, что это нечестно. Я тоже не пользуюсь. Просто я сказал, что он у меня остался. А. Я понял, тебя ТРСР, я понял. Хитрый-хитрый ТРСР. Хитрый ТРСР. Так, я на следующий уровень перешел. Вот и ты. Сейчас попробую догнать Демастера. Я из этого перенервничал и перед самым концом с моего уровня упал. А что это ты вдруг перенервничал? Не знаю, подумал, что хочешь догнать меня, чтобы убить. Не, я хочу догнать тебя, чтобы... Мороженку подарить. Сказать, здравствуйте, Демастер, это я. Мне кажется, ты должен не мороженку подарить, братан. Думаю, что все-таки я не должен тебе дарить мороженое никакое. Да ладно, Терсе, ну ты не ешь мороженое, дай другим поесть мороженое. Ну, я же не запрещаю, ешь. Ну, подарок в виде мороженого не хочешь подарить? Подарок, ну, можно. А-а-а! Что такое? Что такое? Закажи мне доставку этого мороженого, пожалуйста. Нет, ты, Демастер, перенервничал, и я из-за этого упал. Из-за этого упал? Ты перенервничал, и я упал? Ты перенервничал, а я упал. Да, я говорю, ты перенервничал, а я упал. Ну, это от моего лица только говорится. В твою сторону. Да, от моего лица говорится в твою сторону. Ну, ты, Демастер, конечно, попуганичить. Чего? Да ну какого? Я говорил совершенно другие фразы. Ты говорил абсолютно те же самые фразы. Нет, тебе кажется. Просто повторял. Есть? У тебя есть для этого какое-то документальное доказательство? Да, есть. Посмотри видосики наши только что. Да какого хрежарара? Что такое хрежара? Не знаю, это птица такая. Хрежар, птица такая, надо загуглить. Может, реально есть такая птица? Хрежар. А куда дальше-то? Наверное, тебе нужно торопиться, потому что я уже боюсь. Я же себя буду дожидаться, походу, потому что здесь какой-то бред. Да. Здесь бред. Нет, мастер... сейчас увидишь, здесь реально уровень. Смотри, а что здесь? Куда дальше? Вот унный ТРСР, куда дальше? Ну на кактус, изи догадаться. Ну давай, давай, давай на кактус. Ну давай, давай, умный ТРСР. Давай, давай, умный демастер. Умный демастер. Ау, ау, ау. Оп. Как ты залез? Оп. Оп. Это же изи тема. Ты чё? Серьезно, что ли? Забыл, что так можно? Ну я не думал, что он двойной. Думал, мы не допрыгнем. А чё, не получается что-то? Ну чё-то да, чё-то не работает. А чё нажимать надо? Демастер. Просто пробел? А. Да, я понял.
Ну вот оно что. Нет, дурацкий, как тут мне не нравится этот уровень, я его слежу. Да, вот зачем их добавили? Да мастер бы сейчас убежал и прошел всю карту первую, а так он... А, не, нормально, нормально. Не, на самом деле, я ждал, Тарасрать, я ждал. Ты пэшнулся! Ты тпшнулся на меня! Да нет, не ты пэшнулся. Эй, че... Вот это? Вот это? Начал возмущаться, какой-то старый дед. Ты нафига это сделал? Не, ну просто ты не взял голову бандочки. Я думаю, все согласятся, что я бы прошел первый, если бы демастер не тпшнулся, когда не сбросил меня бы. Да. Да, так что все. А что, это думал, я буду спорить? Нет, я и не надеялся, если бы ты начал спорить, это было бы уж совсем зашквар такой дикий. Дикий так зашквар, что, дикий все зашквар. Все нормально, демастер честно признался, что я бы победил. Да я что, я играл в эту карту не на победу, друг, а для того, что ты подарил мне мороженое. Чтобы в конце ты меня сбросил, да, вот для этого нет, ты играл. Нет. Так, сейчас, где это место было? Где это место было? Я хочу его найти. Какое, где я тебя сбросил? Да. Че, ты хочешь меня телепортировать и сбросить нет, тоже? Нет, сейчас пройти его, я же к себе тпшнулся. А. Я его потерял, где оно? Там оно есть. Тарасер, я просто проходил эту карту для того, чтобы ты подарил мне мороженое, понимаешь? А, во, все, я нашел это место. Почему ты меня игнорируешь? Ты не хочешь мне дарить мороженое? После этого я тебе не хочу ни мороженое дарить, ни пирожное дарить, ничего не хочу тебе дарить. Ничего женое дарить? Что? И ничего женое тоже? Ничего женое в первую очередь я тебе не хочу дарить! Почему? Ты просто... Ты как мог так поступить со мной? Ну, Тарасер, я просто... Я же тебе доверял! Я тоже тебе доверял. Да, и скинул меня спавн поинт. Скидывать-то зачем было? Ну понимаю, ты пэшнулся. Зачем скидывать-то было? Серьезно. Скинул, просто ты взял палку в руки, я почувствовал агрессию с твоей стороны. А вот если я взял палку, чтобы погромче сказать, как микрофон, это значит, что мне надо скидывать? Нет, ты взял и ты знаешь, как скид... так прям полицейский. Я дышал. понял, почему Тарасер. Я понял, почему Тарасер так возмущается, потому что он тоже хотел меня скинуть. Он хотел меня скинуть, но я сделал это быстрее. Ну, как бы мы не узнаем, что я хотел. Так да, что да, Тарасер, я все понял, да. Ну, если ты это говоришь громче, это не значит, что это правда. Понимаешь? Тарасер, да. Ну все, как бы, вот напишите, ребят, в комментариях, не, кто ну, из нас прав. Не, смотрите, если Тарасер не делал эту агрессивную голову, да, он просто посмотрел на меня, типа, вот реально очень, смотрите, он вот так вот на меня смотрит, типа, вот, посмотрите, вот с палкой в руках, я понял, что что-то дело пахнет керосином, я все-таки в Закамске родился, я уже видел такой взгляд. Вот, и я... Такой взгляд, это голова в Майнкрафте, какой взгляд. Не важно. Я почувствовал агрессию с твоей стороны, и я сразу же принялся действовать. Это, короче, странно, конечно. Это не странно, это все правильно. Ладно. Я почувствовал агрессию. Я не хочу с тобой спорить. С вами были Демастер и Тарасер. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Обязательно комментируйте под видео. На этом, в принципе, все. Всем удачи и всем пока-пока. Да, ребят, всем пока.